Работа летчика требует полной концентрации силы духа, решительности. Страшно было видеть, как настоящие специалисты, прошедшие такую серьезную школу в воздухе, на земле теряли волю, уважение, потом и любимую работу. Талантливые конструкторы, инженеры уходили в никуда, и все из-за пьянки. Я 30 лет испытывал самолеты, и могу с уверенностью сказать, не надо испытывать судьбу. Из алкогольного штопора можно и не выйти. Береги себя.